Всем привет! Blender 2.8, и в этом ролике хотелось бы рассмотреть несколько вариантов изготовления ложки моделирования. Давайте поехали разбираться. Вроде бы предмет простой, но сложности с ним являются и проявляются очень хорошо. Так, будем работать с кубом. Сначала первым делом мы его давайте транспозом. Вот так все это дело сплюснем. Вот до таких размеров. И вот здесь вот немножко подкорректируем. Это вот первый способ, который именно вот подходит, да, для работы. Теперь заходим в табуляцию, снимаем выделение щелчок левой кнопкой мыши, заходим на полигоны, выбираем вот этот полигон, нажимаем английскую И, и вот так все это дело чуть-чуть стягиваем. Опять нажимаем И и опять стягиваем. Это для того, чтобы вот это сейчас дело все углубить вниз. Теперь можно нажать именно транспоз и увести вот так. Или английскую G. Ну, низко можно ее не опускать. Вот получился вот такой вот лоток. Теперь, что нужно сделать, это ручку. Ручку будем делать, снимаем выделение вот этого всего углубления полигона и нажимаем лупкат. Ставим вот так вот боком и по лупкату здесь вот так вот выберем вот такой вот квадратик. Это будет ручка. Ну и нижний полигон можно тоже немножко оформить. И верхний тоже. Вот так. Снимаем выделение. Select box. Щелчок левой кнопкой мыши. Опять же полигон. И вот теперь выделяем вот этот полигон, колесиком можно уменьшить, и жмем английскую Е, и все это дело экстрадируем. Вот так вот. Все прикольно. Так, давайте теперь поработаем именно вот с этой ложкой, вот этой вот круглой частью. Что можно сделать? Переключаемся на вершины, выделяем, допустим, вот эти вот вершины верхние, вот эту и вот эту. Выделяется полигон, и попробуем все это дело, опять же, транспозом вот так вот вытянуть. Смотрим, как вытягивается, нету ли казусов. Казусы есть. Попробуем все это дело немножко изменить. Ctrl-Z. Тогда выбираем полностью полигоны и выбираем вот этот полигон, вот этот, ну и вот этот тоже. Посмотрим, как он теперь потянется. Опять же, в плане эксперимента. Ну вот уже более-менее, наверное. Да, уже нормально. Все пойдет. И то же самое проделаем вот с этой частью тоже. Выделяем вот этот полигон и попробуем его потянуть. Вот так вот. Тянется он один. Печальная история. Значит, нужно обыграть это все дело и убрать вот эти вот части. Тут можно уже вектором поработать. Выделяем вот эти. Ни одну не забываем. И попробуем в качестве эксперимента тоже. Ну, можно нажать не транспоз, а G. Вот так. Выделить еще вот эти вершины. И нажать G. Вот так все это дело подтянуть. Уже нормально. Вид будет внешне все равно хороший. Не переживаем. Теперь тоже можно выделить вот эти вершины. Вот эту. Ну и внутреннюю вот эту тоже. Ну и опять же жмем G. Пока о симметрии не думаем, не переживаем. Так, снимаем выделение и немножко опять же
вершинам пройдемся. Shift зажатый, две вершины выделяем и G немножко вот так вот корректируем. Ну вот уже прикольно. Ложка вроде нормальная, можно еще лупов добавить. Вот сюда вот так вот. Вот так. И вот так. И немножко S растянуть. Выделяем теперь вот эти. Shift, Alt. Или переключимся на ребра. Выделяем вот это ребро. Shift, Alt. Жмем S. И немножко вот так вот растягиваем. Теперь можно нажать B. Конечно, замороченная система, но результат, думаю, будет нормальный. Ctrl-Z. Выделяем рентген. Жмем B. И опять же все вот это дело выделяем. S немножко уменьшаем. Придаем любую форму. Ну, в принципе, пойдет. Вот такая штукенция. Уже нормально. Отключим рентген. Пока все не очень красиво, но это мы сейчас, наверное, подправим. Выделяем полигоны. Вот этот, вот этот. Или, допустим, можно по вершинам пройтись. Выделим вот эту вершину, вот эту. И выделяется полигон. И попробуем его теперь G немножко потянуть. Ну вот уже что-то. Так, поработаем теперь с ручкой. Ручку можно вот именно сделать. Ложка похожа на пластиковую, которая идет в кофе, в кафе. И давайте немножко лупов ей еще добавим. Вот так вот выделим вот так. Один луп сюда и один луп сюда. Вот так. Снимаем Select Box, полигоны, выделяем вот этот полигон. И давайте попробуем его приподнять. G. Поднимаем. И R немножко перекручиваем, чтобы вот именно вот эта часть вылезла вот сюда наружу. Ну вот уже нормально. И немножко G. Таким вот образом. Вроде пойдет. Ну, теперь можно вот эту вот ложку немножко вот здесь посередине сжать. Надо опять добавить лупов. Вот сюда лупы. И вот сюда вот так вот. Теперь выберем полигоны. Select Box. Shift, Alt, полигоны. И нажмем S. Английскую. Вот она уже стала красивее, прикольней. Вот уже что-то интересное. Так, давайте теперь посмотрим, зайдем в табуляцию, зайдем в Object Mode и добавим модификатор Mirror. Так, пардонте, не Mirror. Subdivision Surface. И вот чуть-чуть добавим. И вот так вот нажмем Shade Smooth. Вот такая штука получилась. Ну и можно в Object, не знаю, нужно, нет, сделать мешем все это дело. Подправить что да как там. Вот уже классная получилась ложка. Возможно, дизайн не очень, но все-таки где-то можно подзагнуть. Вот, допустим, если сейчас нажать B, зайти в Edit Mode, нажать B, выделить вот так вот, вот эти вот полигоны. Вот так. И сделать, допустим, G. Они вот так вот все приподнимаются. Это неинтересно. Так, Ctrl-Z. Снимаем.
Выделяем, допустим, один полигон. Или два даже можно. И нажать теперь транспоз. И немножко все это дело опять же не получается. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Shift-Alt выделим вот это вот ребро. Вот так. И попробуем подтянуть ребро кверху. Жмем G. Вот так вот. Одна штука только поднимается. Ctrl-Z. Нажмем единицу на нампаде и давайте все это дело еще немножко подкорректируем. Вот эту часть выделим. Даже можно всю ее так вот выделить. Смотрим, что да как. Включаем рентген. Опять же B выделяем. И немножко R. Вот так подкрутить. И G. Ctrl-Z. Клавиша G. Немножко приподнять. И немножко R. Подкрутить вот так вот. Ну, словом, получилась вот такая вот пластмассовая ложка. Так, выделяем полностью куб. Или просто заходим, нажимаем А. Или на объекте щелкаем. Жмем Tab, Tab. Заходим в Edit Mode. И жмем Alt M. Находим Alt Center. Вот не видно, здесь вот есть одна вершина. Ее нужно G перетянуть вот сюда. Ну и давайте немножко порисуем. Так. E. Английское вытягиваем. Е английское вытягиваем. И вот так вот потихоньку, полигоньку моделируем будущую нашу ложку. Так, это вот дело пойдет. Щелкаем теперь вот на эту вершину. И вот сюда вот так вот поехали вытягивать. Здесь уже побольше делаем. Можно произвольно, без референсов делаем же. Вот так вот. Чуть-чуть носик острее. Ну и немножко можно вот эти вершины потом подрегулировать. Вот так вот. Что-то в таком духе. Так, это все дело теперь выделяем. Заходим в Add модификаторы, нажимаем Mirror. И теперь все это дело подведем поближе к центру. Нажимаем транспоз, чтобы было ровнее. До конца не надо подводить. Теперь можно R, ротацию чуть-чуть нажать. И вот так все это дело еще подкорректировать. Вот так. Ну и немножко, можно чуть-чуть сплюснуть даже. Все, это дело сделано, ложка намечена. Следом заходим в Tab Object Mode, нажимаем Show, так, конвертируем в Mesh все это дело, опять Tab, заходим в Edit Mode и выделяем вот эту вершину. И шифтом удерживаем вот эту вершину. И нажимаем F, соединяем, ну и повторяем все дело тут. Вершина, Shift, вершина, F. Все это дело объединили. Вот немножко уже изгиб получился. Тут тоже можно немножко подкорректировать сразу. Вот так вот выделяем. B.
И немножко G кверху поднимаем вот так. Чтобы потом не муздыхаться. Вот так выделяем. Поднимаем. Даже можно это все дело, наверное, опускать. Вот так. Раз. Вот так вот. Два. Ну и вот эти немножко выделим. Подтянем вот сюда. Это три. Пусть она пока в таком положении, раз тут изгиб. Так, теперь все это выделяем. А английская, если вся выделилась, значит прорехов нету. Все соединено. Нажимаем теперь Alt F. Вот объединилось все. Полигоны треугольные. Это нехорошо. Нажимаем Alt J. Вот чуть-чуть выравнивается. Теперь нужно все это дело доработать. Вот эти поубирать. Ставим на ребра, выделяем ребро, X английская, Edges. И вот тоже тут такая же песня, Edge. Так, и вот это тоже Edge. Теперь все это дело нужно заполнить. Выделяем, жмем английскую F. Смотрим, выделяем F. Ну, вроде все нормально. Теперь переключаемся. Ну, можно так и оставить. На ребрах снимаем выделение английское А. Все выделяем. А вот я еще не выделил. Вот так вот раз. И жмем F. Все заполнено. Теперь английское А. Е. И все экстрадируем вот так. Ну вот уже заготовка ложки прямо нормальная. В ролике я-то не буду уже тут пустоту делать. Если это вы сможете уже без проблем тут выбрать пустоту, углубить. Ну, давайте посмотрим, как модификатор. Subdivision Surface. Добавляем. Смотрим. Все прикольно, все хорошо. Так, что-то тут. Табуляция и... Shade Smooth добавим. Ну и добавим Object. На всякий случай конвертируем в Mesh. Вот так вот. Вот уже прикольная заготовка ложки. Все быстро. Любой можете дизайн тут так завернуть. Так. Это как вам понравится. А эту часть уже не проблема выбрать. Можно ее и в Sculpt Smooth чуть-чуть углубить. Также можно здесь пройтись по полигонам, выбрать, чуть-чуть углубить и опять же сгладить. Все это уже не составит на это труда. Ну вот два варианта. Вот по-быстренькому так ложку сварганить, хотя бы понять, как она делается. Все, всем пока, до свидания.